Рандеву с Ленни Вульфом в клубе Life in Hometown. Будьте осторожны, клуб охраняет члены банды и много. Охраняют они, похоже, что-то конкретное или кого-то, но это же не то, о ком я думаю, да? Так, мы берем последний набор, но нет, хочу заново. Так, смотрите, нам что нужно? Я хочу взять патроны Магнум. Естественно, мне нужен броник. Естественно, мне нужен большой, потому что, ну, большой магазин, потому что я буду только стрелять в основном. И можно взять светошумовую для себя. Для Рика, мы что берем? Смотрите, мы берем ему, естественно, броник. А, точнее, бароскоп в первую очередь, броник. Я хочу взять новую эту штуку, где она? А где новая штука? Граник, патроны, отмычка, светошум. А, ему нельзя, я могу для себя взять. Тогда мы вот эту штуку заменим на... Так. За 50 лайк не успел, поэтому пусть будет 55. Спасибо, Паш, большое спасибо, ребят, за лайки. Сейчас, 5 сек. А где новая штука-то? Какая-то дичь. Ладно, давайте светошумовую возьмем. Светошумовую. Ему возьмем, так, бароскоп. Подожди, светошумовую мне должны были взять. Ладно, мне возьмем пластид. Ему светошумовую и набор отмычек. Давай, да господи. Ладно, все, давайте так попробуем. Все, погнали. Погнали, чат. Куда ты побежишь? Сейчас вспомним, как играть. На, в нос, хватит, пожалуйста. Это тактическая игра, ребят. Это как Hotline Miami, да, только там не такая активность. Здесь все по тактике делается, смотри. Это очень громко. Что там, есть кто-то, да? Заходи, брат. Он сразу сдался. И без светошумовых. Да ладно, я без светошумовых пошел. Блин, а эту дверь так не открыть просто. Иди отмокай. А я прикрою пока. Хорош. Первый, заходи. Че, никого? Очень странно. Еще раз. Тихо. Ой, как хорошо, что я его не застрелил, ребят. Как хорошо. Очень плохая игра, вот это. Ты что, это идеальная игра. И мы как-то первую попытку очень делаем легко почему-то. Пропаганда насилия? Не, ну здесь я полицейскими играю, как бы. Понял. Так, давай юзнем. Ага, я вижу. Заходи первый, брат. Хорошо. Не, я не против, ребят. Что это такое? А, здесь порнушку снимают, ля. Так. Никого нет. Это тактический симулятор, ребят. Очень крутой. Очень крутой. Негатив. Понял, принял, брат. Давай, ты да здесь. Хорошо. Пойдем туда, брат. Хорошо, хорош. Смотри, что делает напарник. Он одного завалил и второго ранил. Кстати, если бы я подошел раньше, мы бы могли бы подозреваемого забрать. Ну ладно. Как же мы идем хорошо. Господи, он мог меня убить. Он очень мне урона много нанес, кстати. Я взял с собой аптечку?
Пластик. Я не взял аптечку. Все, тогда аккуратно, последняя дверь в теории. Блин. Ну, брат, тебе тут самому только заходить. Хорошо. Так. Не, пойдем со мной. Слушай, я везде зашел же. Я где-то пропустил, ребят. Иди первый. Никого нет? А где я пропустил? Неужто вон там, в туалете? Идея для стримов? Скажи, что вот сюда я не заходил. Да, я вот сюда не заходил. Чекай, брат. Чего? Я не слышал, что он сказал. Че, никого нету? Да, вообще не говори, Лех. Не аптечки, не, гранаты я забыл просто, потому что дурак. А вот аптечки, это капец. Как я мог не взять аптечки, это вообще ужас. Что ты делаешь? Это, кстати, последний был. Мы без аптечек прошли на изичах, ребята. Еще 11 тысяч поинтов набили, это очень много. Это очень много, чтобы вы понимали. И с одним штрафом. В отличие от Робертса, этот парень сломался еще до того, как мы начали говорить. Оказалось, он работает не на кого-нибудь, а на Элли Стоуна. Он сумасшедший, я вам говорю. Угрожал убить мою семью. И слушайте, я должен сказать вам кое-что важное. Сегодня в городе заложили 3 бомбы, так же как и со Станишевским. Все это время я накачивал наркотой гражданских стрелочников. Это безумие. Зачем? Почему ты ему помогаешь? Какого черта Элли Стоун раскидывает бомбу по всему городу? Мне не нужны были деньги, чувак. Кроме того, откажись, я, он бы убил меня и всю мою семью. Этот может. А вот зачем ему? Я не знаю, чувак. Я знаю только, что они все взорвутся сегодня. Я все скажу, имена, места, все что хотите. Только остановите его. Бум-бум-бум. Щит. Я даже не увидел, что у меня новое открылось. Давайте следующую миссию сразу чекнем. Кровавые деньги называется. Кровавые деньги. Бомбы по всему городу. Замазанный по уши офицер Вульф, который играет на стороне Стоуна. Я попробую разобраться во всем. Это когда мы покончим с бомбами, а то у меня голова взорвется. Первое взрывное устройство в прачечной в центре города. Довольно странное место для теракта. Если не учитывать, что взрыв может обрушить весь квартал. Туда, быстро. Так, только набор мы сейчас заново сделаем. Во-первых, светошумовая граната. Нет, во-первых, мне нужна... Ладно, мне нужна аптечка в первую очередь. Мне нужна светошумовая граната. Дефибриллятор. И, естественно, мне нужна бронька. Вот. Так, ему мы берем тоже бронь. Бароскоп обязателен. Ему мы возьмем... Ну, давай мы ему патроны магнум возьмем. И возьмем пластит. И погнали. Так, что тут у нас по первой бомбе? Взрывчатку в прачечную Simple and Clean должен доставить Рэндалл Дэрти, высокопоставленный член банды и бывший офицер ЧВК Стоуна. Он дезертировал несколько недель, украв много налички, которые спрятал в прачечной. Кто-то наверняка исследовал вопрос. Здесь говорится, что прачечная находится в очень удачном месте. Ее взрыв сравняет с землей весь дом. Терроризм и мелкая месть. Похоже, Элли хочет взорвать двух зайцев одной бомбой. Дошло? Прости. Так, погнали. У нас тайминг. Так, я понял. Переигрываем чат сразу. Можно меня в первую же секунду не... Пошел в жопу. Так, все, ладно, погнали. Наркотики, вижу наркотики. Хотя это не приоритетно сейчас, но... Жесть. Все, пошел трешняк сложный. Нам же еще нужно выяснить у них код. Понимаешь, в чем сложно, чат? Знаешь код? Вот 7029, чат, запомните, 7029. Негатив. Я дам негатив.
понял. 70-29, чат. Теперь надо бомбу найти. Быстро, бароскоп. У нас времени немного. В смысле негатив? Я вижу его отсюда. Иди, заходи. Офицер ранен. Брат, ну как так? Так, ну его сразу было слышно, то что он негативно настроен. Разнообразный. Да блин, она классная, здесь есть сюжет, алло, я не понимаю, почему вам не нравится некоторым. Опять работа. Блин, я в чат засмотрелся. Сожру аптечку. Вдруг получится с первого раза пройти. Ну, не с первого раза, конечно. Вы что, вы угораете, что ли? Они прямо сразу начинают стрелять. 70-29, да? Так, все, бомба моя. Стой, я пошутил. Все, чат, с бомбой все в порядке. Сейчас осталось нам, если мы всех обезвредим. То еще две миссии мы прошли. Иди, я прикрою тут. Так стреляй по нему. Офигеть! Это, блин, заново нужно искать. Какой код? Ладно, от него я правда ничего не получу, еще и убью, наверное. Наркоту заберу. Так вы видели, как он прошил? Вот эти типы, которые а-ля в костюмах. 4-4-8-7, но я получил урон, не знаю даже продолжать или нет. 4-4-8-7, чат. Чат, надо поработать. 4-4-8-7. Меня так просто, да я тебе просто нос разобью. Да господи, они здесь очень сложные. У меня усиленная броня, они меня просто разбивают. 4-4-8-7, спасибо. Быстро. Бьешь как девочка. На тебе в затылок. Спасибо, кто пишет. 4-4-8-7. Ну и у вас там еще один может стоять, да, вот здесь где-нибудь. Я его ранил. Че, обосрался, наверное, да? Я не увидел растяжку, господи. Офигеть. Видели, сколько урона я ему нанес? И он просто вышел. Они сразу стреляют, дверь не успевается. Да уже все, код другой сейчас будет. Сейчас меня убьют здесь уже. Ты знаешь код? 6483, чат. 6483, новое задание, чат. А то и отбой. 6483. Да, офигеть, какие же вы жесткие. Почему дверь не открывается? Чат, забагалась игра. Ой, я понял. Очень сложная игра. Особенно с багами. Становился быстро. Код 5736, чат. По предыдущему отбой. Давай, Кеш, спасибо большое. Я код не записал. Вы записали, я надеюсь? Ладно, вот этого еще раз узнаю. Старайся. Я убил гражданского. Ты мне скажешь. Я еще одного гражданского убил. А, так вы запомнили. Господи. Пойду проверю. Пойди проверь. Вот эти жесткие, блин. Я их буду всегда убивать. Сейчас выйдет оттуда. Не,
не понимаю. Вы поймите, чтобы миссию удачно пройти, нам же нужно еще... Нам же нужно еще и очки заработать. Я не сделал ничего плохого. Ты уже мне не нравишься. 4-5-7-1, чат. По предыдущему отбой. Все, сейчас на Верочку пойдем. Вот это реакция, да? 4-5-7-1, хорош. Четыре, пять, семь, один. Господи, реакция вообще. Что это за кнопка? Я нажал. Я забываю про растяжки смотреть. Чат, чекай растяжки, пожалуйста. Если увидишь, скажи мне. 4-5-7-1. Давай, брат, посмотри. Я же говорю, чекай растяжки, чат. Ладно, это бесполезно. Они всегда в разных местах, чтобы вы понимали. Как он мне столько урона дал с УЗИшки на таком расстоянии в усиленную бронь? Это кнопка дверь открывает? Слушай, может быть, да. Какой код? 3695. 3695. Ребят, все нормально. С бомбой разобрались. Все, теперь идем крайне аккуратно. Крайне аккуратно. Бомбу обезвредили, чат. Все, теперь мы идем, офигеть, как аккуратно. Так, все, открываем, нормально все. Быстро, на пол. На пол, я сказал. Ага. Так. Вот здесь тяжело, мне не нравится здесь. Здесь нужно... Блин, я дым не хочу кидать туда. Эта икра мне пукан вообще разожгет. Стоять на месте. Быстро. Быстро. Один, четыре, девять, один, чат. Новое задание. 1-4-9-1. Подтвердить, чат. Подтвердить. Брат, брат, успокойся. Все нормально. Пистолет у тебя был, алё, в гражданском одет. Не сломишься, да. 1-4-9-1, я понял. Не знаю, что это за кнопка, но раз она есть, ее можно нажать. Пока идем ровненько. На месте. Чат, долго вас не буду мочить, не переживай. Не переживай. Сейчас жопа сгорит только. Я его убил просто так. Вы бы видели, как я первые миссии проходил, вы бы офигели бы, наверное. Ты знаешь код? Ты знаешь код? Ты не знаешь код? Ага, у тебя еще и пистолет был, крыса. Да вы думаете, это так легко? Вы думаете, это правда легко проходится? Там бомба была, господи. У них реакция, как у мангуста, отвечаю. Их просто крайне тяжело вообще убить. Да сейчас какая-то... Да это правда тяжело. Там идет, идет. Пришлось, брат, тебя пришлось убить. Но при этом я аптечки потратил. Это как босс, это как этот, как вот эта игра. Смотри, они что делают. Прикольно, да, мы код не знаем.
Пойдем код выбивать с кого-то, я не знаю. У меня нет аптечки больше. А то миссия... Кто из вас должен знать? Старайся лучше. Я его не могу убить. 1701. Мог бы сразу сказать. 1701, чат. Здорово, Рикуша. 1701. 1701. Так, у меня кровотечение. Да я уже все, уже разминировал. Чат отбой, как слышно? Сейчас самое сложное. Нужно зачистить все остальное помещение, чат. Никого нет? Я не виновен. Убиваю его. Надеюсь, он один здесь стоял? Пока да. Брат, теперь ты будешь первый идти всегда. Я надеюсь, ты не умрешь. Видите? Как же я увидел растяжечку? Быстро, только аккуратно. У меня есть дефибриллятор, чат? Дефибриллятор. Есть. Понял, принял. На место встань. Блин, он не последний чат. Осталось совсем чуть-чуть. Он выкинул ствол. Это может быть последний чувак. Фу, щит, как это было сложно. Как же это было сложно. На 12 тысяч мы выполнили, это очень много, между прочим. Хорош чат, умница чат. Окей, с первой бомбой разобрались. Прохлаждаться некогда, едем в следующее место.